То есть это реально сделали, чтобы перейти быстрее на безналичный расчет и подавить. Просто вирус выпустила специальная лаборатория. Себе 1.5 года, так ты же говорил, не лечит. Так ты что, а где можно вакцинироваться? Нет, ты говоришь, лечит как-то это. Вот, лечит. Блин, тогда я не буду вообще ходить по улице. Я совершаю ошибку сейчас. Я хожу наоборот по улице, с людьми разговариваю, знакомы. Я вообще не смотрю эти новости, не читаю. Я считал, что это какая-то фигня, фейк, который правительство там панику сеет. Я, блин, в Красноярске ездил. Что делать? Когда я буду дома сидеть? А с матерью можно сидеть? Ну, у нее пневмония. Она передается? Может, это... У меня реально коронавирус, что у него здесь вот, что болит, это кашель. Я вроде уже не кашляю особо. Мы продолжаем выпуск. Просим впечатлительных не смотреть следующий репортаж. Ты думаешь, что твоя спина у своего волонтера обнаружили мертвую собаку, они думали полиции. Вот как правило, что моя коллега перевели по дуде. Волонтеры сокрушаются, они регулярно приезжали на остров покормить собак, а потом всех напали. И вот страшная находка. Один был третий, четвертый, а один совсем маленький щенок. Видишь, у всех изо рта шла пена, а под пулей веранды они забрались умирать. Отдыхающие здесь звуки постоянно, даже не видели крупные люди, приезжали на остров машины. Начинаем перебирать по пути у собак, собираем, а собаки не шарят, оказывается, которые боятся прячутся и... Скоро
Россию. Ну а холод еще помогает уничтожить вирус. Мороз. Это ж хорошо. Кроме того, трупы собак будут направлены на исследование. Китай это жарко. Принято решение в соответствии с действующим. Это хорошо, что у нас мороз. Тема собак людей для Красноярска животрепещущая. Собаки в черте города безусловно представляют. Так откуда он вообще взялся, непонятно, да? Неизвестно. Может, лабораторию? А? Там жарко еще. У нас тут холодно. А что, может, клуб закроют? Вот мы лопы. Не будут они там собираться. Это хорошо, теперь не будут они шуметь, уроды. Пойдет животное, орут там. Особенно бабы там. Пьяные. В ближайшее время будет расчищена площадка, будут залиты. Я пришел. Что я вообще так сильно сон клонит, хотя я просто от еды. Просто поел еду. И сильно сон клонит, не знаю почему. Что такое? Прям шатаюсь. Это же простая еда. А, дашь этот салат? Бери. Какой сон меня одолевает, причем без всяких там таблеток, без чего-либо, просто. Просто сон невероятный сейчас одолевает меня, как будто бы я принял снотворное, хотя я ничего не принял. Странно. Здоровья тебе, блин. Здесь выживем.